Доброго дня! Снова прямой эфир. Мы сейчас находимся на станции Сарны Рівненської області. Приехали сюда вместе с представителями повставшей против российского вугілля спілки ветеранов АТО Сосновки Львовской области. Блокада расширяется, и сегодня она начинается во второй области. Это Ровенская область, это станция Сарны. Просьба всем делать репост, распространять видео по группам. Мы 2 недели пробивали информационную блокаду, сейчас она треснула. Но очень важно именно партизанскими, украинскими методами распространить это в соцсетях. Хлопцы, местные ветераны, волонтеры с Рівненської області собирались ехать к нам на допомогу, узнав, что происходит в Сосновке. Однако увидели, что у них все то же самое. И приняли решение начать блокаду. Сейчас мы с ними поговорим. Вот эти все эшелоны до конца. Это российские. Мы еще подойдем туда. Это щебенка. Это тоже российская. Все это шло в Сосновку, но было перенаправлено в Днепр. Туда, где, как они надеются, население не такое патриотическое. Хотя они ошибаются. Вот это все тоже идет. Уголь. Это все вагоны. Вон, видите, РЖД. Так, хлопцы, давайте до місцевих обратимся. Доброго дня. Спасибо, что и підтримали Сосновку, и у себя начали такое важное дело. Расскажите, будь ласка, как все на это начиналось, что тут происходит? Добрий вечір всім, хто нас дивиться. Мене звати Ярослав, псевдоярий, хто знає, хто не знає. Почалось з того, після подій, які ми бачили в Сосновці, ми вирішили з побратимами хотіли поїхати підтримати там блокаду, але з'явилася інформація, що на станції Сарни вузлові також знаходиться вугілля. От можете бачити дві сторони. Тому видно, що це РЖД, в РЖД вагонах. От зараз дуже чудово видно було тут. Так, от, да, РЖД. Так. Загалом на станції знаходиться 132 вагони. Сьогодні після звернення в СБУ, прокуратуру, поліцію, так само з побратимами вирішили, прийняли рішення підтримати блокаду і блокувати також ці вагони, які по даним, з якими отримали на місці залізниці, прибули з Гомеля, з Білорусі, де вугілля не видобувається, і мали рухатись на станцію Сосновка. Після того, як в Сосновці були події, про які вже всі знають, отримали інформацію, що вугілля має перенаправитись в Дніпро. Куди саме, якби, ну, точно невідомо, але десь в ту сторону. Як ви вважаєте, тут дуже важливо, щоб в итоге законодательно все це запретили. Ваша обласна рада Рівненська підтримує? Будете працювати в цьому напрямку? Я думаю, підтримує. Ми в цьому напрямку будемо працювати, будемо просити, вимагати, щоб це було прийнято на законодавчому рівні, щоб ця торгівля з окупантом закінчилась. Скажите, вот сейчас две фактически области уже начали блокаду. Сегодня вот у вас в Рівненській області и Львівська область. А разве мы одни с такой масштабной проблемой справимся без поддержки побратимов? Ни в якому разі не можемо. Я дуже просив би всіх побратимів, всіх небайдужих громадян так само звертати увагу, знаходити і починати так само ці блокади, тому що ця торгівля, ну це взагалі такого не може бути і не має бути. Під час війни це дуже ганебне явище. Дякую дуже. От хлопці приїхали. Хлопці, як ребра болять по голові, кому попало, чи ні? Це хлопці приїхали тут же з Львівської області, там, де повстала вже Сосновка, і там, де заблоковано більше 150, по-моєму, там вагонів, которое все шло на фабрику, которая принадлежит Королевской, это ОПЗЖ, российский уголь. Ну, давайте, расскажите, что вы сюда приехали, как вы считаете, как оно пойдет? В першу чергу приїхали підтримати хлопців, тому що самі пройшли через це все, через побиття крайнім часом. Треба підтримувати хлопців, треба блокувати вугілля по всій Україні, російським. А як ситуація взагалі з Сосновки? Що там відбувається? В Сосновці продовжується блокада. Блокада набирає обертів, приїжджають свіжі люди, всі нас підтримують. Людей все, з кожним днем все більше і більше. Бачите, підключилася Рівненська область, надіємося на інші області України, які будуть виявляти в себе російське вугілля, що вони також підключаться до блокади і разом переможемо. Я думаю, так. Якщо хтось хоче присоединиться к блокаді, приїхати, наприклад, ну, в Ровно, понятно,
А в Сосновку как доехать? Откуда? Куда там? Где там вас искать? Місто Львів, заїжджаєте на другу автостанцію, є там маршруточка, по-моєму, друга платформа на Соснівку. Виїжджаєте на кінцеву станцію в Соснівці і там побачите залізнодорожні колії, рухаєтеся в сторону парку, спитаєте людей, вони вам скажуть, де блокада, там буде ви. Зрозуміло. Кажіть, будь ласка, а чому мовчать шахтарі? От люди спрашують. Ведь, по суті, то, що ви робите, прежде всего, им выгодно, потому что российский уголь убивает нашу угольную галузь, а шахтерам нужна модернизация шахт, нужна зарплата. Где все профспілки и... Скажімо так, сьогодні профспілки і керівництво ДП «Львіввугілля» відреагувало на наші звернення. Нарешті ми до них достукалися, вони почули наші вимоги, вони почули вимоги за модернізацію шахт, за підняття місцевої вугільної галузі. І сьогодні вони написали звернення до вищого керівництва держави на підтримку наших ініціатив. Тобто довго розкачувалися, зрозуміло. Зараз я ще вас запитаю. Тот, кто сейчас подключился, напоминаю, мы находимся в Рівненской области, станция Сарни. Здесь пошел вторая область, которая поддержала блокаду. И здесь было выявлено 130 вагонов с российским углем. Вот он, который шел в Сосновку. Но после того, когда Сосновка повстала, ее не удалось подавить силами Корда и Тора. Сейчас ставится вопрос в Львовской области о снятии начальника полиции за то, что он сбивал, люди избивали не только ветеранов, еще и местное население, в том числе несовершеннолетних. Вот видите, РЖД надписи. И хотели спрятать все эти вагоны и перенаправить куда-то в Днепровскую область. Сейчас ребята присоединяются, а ветераны Сосновки приехали сюда очень быстро, привезли побратимам большой баннер, свою підтримку, свой досвід. И блокада расширяется. Я хочу сказать, что требованием блокады является законодавчая заборона ввоза российского вугилля и не просто выделение денег на зарплату шахтарям, а полная модернизация шахт, чтобы они стали современными, чтобы всю эту добычу не закупали в России, а у нас добывали, чтобы шахтари не уезжали куда-то там на заработки в Польшу, а здесь зарабатывали. И все это во время войны крайне важно, потому что если Россия, агрессор, прекратит все эти поставки, то мы будем к этому не готовы. Поэтому нужна энергетическая независимость. Масса схем, масса коррупции вокруг этой истории, вокруг схем с углем. И поэтому мы надеемся, что наше обращение к президенту будет услышано. Это обращение поддержали не только местные рады Львовской области, но и в том числе Львовская областная рада, Тернопольская областная рада, Хмельницкая областная рада, Киевская областная рада Киевской области. И мы надеемся, что сейчас активисты с разных областей будут обращаться в свои областные, районные, мирские рады. Если вы депутат этой рады или если вы активист, приходите туда, берите, распечатывайте обращение Львовской области и принимайте решение на нашу поддержку. Также мы ожидаем от пана Зеленского реакции на это зверское попытку разгона, то, что было в субботу в Сосновке, когда приехал киевский корд и львивский тор, и без всяких пояснений, не дав возможности вообще что-то сказать, людей стали бить, грузить в автозаки, однако под звон колокола местный священник стал звонить в колокол, собралась вся Сосновка, приехали народные депутаты в том числе, и, кстати, я хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность депутату Михайлу Бондарю. Я его встречался с ним и в самой Раде 8-го созыва, он майдановец. Мне очень не нравится партия, в котором он сейчас, фракция, в котором находится, это фракция «Пес». Однако сам человек, когда нас арестовали, когда нас повезли в полицию, вел себя очень достойно. Поэтому мы хотим ему подякувати. Друже, будь ласка, Мы так и не подякували депутату Михайлу Бондарю. Розкажіть, за що ми йому дякуємо і чому ми вважаємо його достойним чоловіком? Михайлу Бондару дякуємо від всієї громади міста Соснівка і особисто від спілки ветеранів АТО за те, що не побоявся, вступився за людей, кидався під поїзд, витягував людей так само з поліції, з автозаків, не давав садити людей в автозаки. Робив все для того, щоб зберегти людей і щоб вугілля нікуди не поїхало.
І причому це було в той день, коли у нього, так розумію, день народження було у ребенка. Так, в його дитини було день народження, якщо не помиляюсь, 11 років. Вітаємо його. Вітаємо. Да. Патріотично налаштованого батька. Бажаємо дитині здоров'я міцного. Вибачте, що так сталося, що мусили якось його витягнути. Тобто ми навіть його не витягували. Ми просто повідомили, що хлопців забрали в поліцію. І ми не просили його приїжджати. Він це зробив сам. Він приїхав, він допоміг. Дуже вам великий дякую. І це не його округ. І це не його округ. Ще не його округ. Да, звертаюся до Михайла. Друже, мені дуже не подобається та фракція, в якій ти знаходишся. Дуже не подобається Порошенко. Презерватив, скажімо так. Однако, я, ну, со всей повагою, ти вел себе як достойна людина. Дякую, що коли нас запакували всіх і відвезли, ти не дав можливості увезти ці вагони і дав можливості потягнутися людям. Я, ну, знімаю шляпу, як говориться. Напоминаю, мы находимся сейчас на станции Сарны Ровенской области. Здесь вторая область, Ровенская, начала поддерживать блокаду. Здесь выявлено 130 вагонов с российским углем, который шел на фабрику сбогачивальную в Червонограде, которую контролирует большая часть. Это депутат Королевская через подставные фирмы, это Медведчук. Вот видите, РЖД надпись. Российские железные дороги. 130 вагонов, там оно должно было через коррупционные схемы уже идти в оборот. Хотя все этот, весь этот уголь, он добывается на территории подконтрольной Украине. Он добывается такой же уголь марки Г, Львовско-Волынском угольном бассейне. И уже 24 дня идет акция в Сосновке Львовской области с требованиями запретить торговлю российским углем, увеличить добычу наших шахт, которые все это добывают, и использовать только украинский уголь. Для этого вложить серьезные средства в государственные шахты, не только на зарплату выскрябывать, но и сделать так, чтобы новое было оборудование, сучасное, чтобы те шахты, например, 10-я Волынская шахта, которая уже, ну, больше 20 лет, по-моему, не запускается, готова на 95%, а эта шахта миллионник, чтобы она запустилась. Масса схем мешает этому. Однако уже поддержала Львовская областная рада, Тернопольская областная рада Хмельницкая, областная рада Киевской области. И это все продолжается. Вчера проводил штаб блокады и местная спилка ветеранов АТО переговоры. Приехал представитель кабинета министров, вернее, представитель президента в кабинете министров Андрей Герус, народный депутат, глава комитета по энергетике. Переговоры проходили следующим образом. Хлопцы рассказали ему наши требования. После этого он рассказал свое видение ситуации в области энергетики, свое отношение ко всему. Были ответы на вопросы. После этого требования были зафиксированы, его позиция тоже. И мы договорились встретиться через 3-4 дня, продолжить обсуждение. Потому что цели, которые задекларировали обе стороны, мы и они на словах совпадают. Мы хотим энергетической независимости страны, мы хотим, чтобы Украина была мощной державой. Будем смотреть, как совпадают ли методы. Однако блокада продолжается, она расширяется. Но мы очень надеемся, что обращение, которое областные рады и блокадники приняли и отправили к президенту Зеленскому, будет услышано, и всем этим схемам, которые начались при попредниках, будет положен край. И надеемся на то, что будет реакция на зверское избиение местных жителей, ветеранов АТО Львовской области. Командовал, кстати, этим избиением начальник полиции Львовской области, который был назначен всего лишь 3 недели назад. И это бывший беркутовец, и вел он себя как бывший беркутовец. Я давно не видел, с каким наслаждением эти люди месили ногами ветеранов АТО. Потом арестовали больше 20 человек, я в том числе. И завтра будет проходить заседание Львовской областной рады, на которой будет в том числе ставиться вопрос о освобождении занимаемой должности начальника полиции Львовской области. Было вчера большое вече, вчера большое вече в Сосновке, это 12-тысячный шахтерский город Львовской области. И вече единогласно приняло обращение к президенту с требованием немедленно уволить этого человека с посады начальника полиции Львовской области и поддержать нашу блокаду. После этого такие же обращения, насколько мне сказали хлопцы, приняла Червоноградская городская рада и Сокальская районная рада. И завтра поедут хлопцы, которые были побиты во время этой блокады, несовершеннолетние, которые были побиты,
обычные горожане, которые были побиты, поедут вместе с депутатами на заседание Львовской областной рады и будут требовать, чтобы был результат. Новая власть декларирует то, что одинаковые все будут перед законом, что методы, с помощью которого защищали торговлю на крови и коррупционные схемы предшественники, будет положен край. Вот будем смотреть, как все это происходит. А мы, как гражданское общество, должны это контролировать. Нам не нужно ждать, пока через 5 лет нам наступит тут светлое будущее. Мы должны это контролировать уже сейчас. Ну и давайте, побратимы с других регионов, подтягивайтесь. Давайте делать все это вместе. Ответственные граждане, свободные люди, потому и отличаются от рабов тем, что они не ждут подачки, они не ждут, пока добрый царь все сделает. Они постоянно работают, они спрашивают с власти, они эту власть постоянно держат в тонусе. Нам нужна страна, сильная, заботящаяся о своих граждан. Нам нужна не капитуляция в войне, нам нужно отбиться и стать сильнее, чтобы то, что мы начали на Майдане, то, что хлопцы защищали на фронте, стало реальностью. Делайте репост, пожалуйста, это очень важно. Разгоняйте это видео по соцсетям, потому что у нас существует блокада, в том числе блокада в СМИ. Я надеюсь, что мы ее пробьем. Мы никуда не продадимся, мы не сделаем ни шагу назад. Все будет как в блокаде 2017 года, когда в итоге все это было закреплено указом президента. Я уверен, что если мы все навалимся, то это будет закреплено в том числе законом. На благо угольной отрасли, на благо бюджета, на благо украинских шахтарей, на благо нашей энергетической независимости и на благо всех нас. Потому что если будет страна без коррупционных схем, независима и свободна и заможна, то также будут заможны ее громадяне. Слава Украине!